Здравствуйте, друзья моих стихов и моих песен. Спасибо, что вы пришли на мой праздник и разделяете со мной и волнение, и радость. Вечер добрый, друзья. Сегодня и всегда герой наших встреч вдохновение. Знаете, меня мои друзья в шутку называют паромщиком, который вот соединяет вещи несоединимые. И я любезно приглашенный вами сегодня вести вместе с вами эту передачу. Я хочу пожелать каждому москвичу и москвичке меньше маяться до следующего мая, добра, света, улыбок и поэзии во всем. Это наша публика, это наши друзья. Им нравится все. Сейчас не время стихов, повсюду добра усталость, и в королевстве слов душа отрифмовалась. Сейчас не время стихов, но как же нам жить без лада, когда период грехов стал временем полураспада? Сейчас не время стихов, да что вы, перекреститесь, за них умереть готов в ночи соловьиный витязь. Пока зеленеть земля не разучилась нежно, пока есть зов журавля, поэзия неизбежна. И если рушится хор, и если разбита лира, стихов волшебный раствор скрепляет руины мира. Друг поэта Николая Зиновьева, народный артист России Владимир Березин. Муза поэта Николая Зиновьева, блистательная актриса Елена Борзова. Сегодня я предлагаю нам немножко остановить быстро несущееся время. Оно летит неумолимо и очень быстро. Давайте повернем немножко стрелки в обратную сторону и найдем в нашем прошлом ту точку, то счастье, которое было когда-то в нашей молодости, наши надежды, наша любовь и, конечно, наши родители. Море, касаясь губами едва, и слышится: мама, в тысячу миль растянулась волна, горькая гамма. Снова и снова губами коснусь моря ночного, будто бы с детства молюсь нежному слову. Целуют родители нас. Композитор, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. Целуют родители нас, в неловкости мы каменеем, из детства, который уж раз добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуют царапины, шишки, спеша на тесенки пришить две варежки к нашим. Мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожали куда-то. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожали куда-то. Откровениях простых, что-либо поймем мы едва ли, и тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все
поцелуи судьбы. Придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь цепь поцелует, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной росе холодные лбы, обрыдавший за их поцелуи, за все единственный наш опоздавший. Нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной росе холодные лбы, обрыдавший за их поцелуи, за все единственный наш опоздавший, за их поцелуи, за все. Дмитрий Дунаев. В руках прозрачный мир, как измерение тайн, невоплощенных лир, недолетевших стай, замрем на миг вот так, однажды на земле останемся мы, как два пузырька в стекле. Музыка Алексея Мужикова, а музыка звучит. Лауреат международных конкурсов Елена Щедрина. Городском. Встретились случайно мы под чертовым счастливым колесом. Музыка негромкая, знакомая, летит со всех сторон. Только вот судьба у нас с тобою не смешной аттракцион, а музыка звучит, как разлуки стон. Это старый вальс, осенний сон. Сквозь года, даже сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, слезы за улыбкой прячешь ты. Не грусти и за все прости, на краю не сбывшейся мечты. Колдует репродуктор вдалеке. Вновь, как прежде, сердце мое тянется отчаянно к тебе. Стихла, отгуляла листопада золотая канитель, но не откружила нашей жизни и надежды карусели. А музыка звучит, это старый вальс, осенний сон. Сквозь года, даже сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, музыка.
сердце обжигает грустью, а музыка звучит, музыка звучит. Слезы за улыбку прячешь ты, не грусти и за все прости. На краю не сбывшейся мечты, не сбывшейся. Красная стрела,
ночью отойдет. Красная стрела ночью отойдет. Я тебя люблю. Стоит любимая песня Иосифа Ивановича Кобзона «Платье». Музыка Александра Морозова. Заслуженный артист России Валерий Черняев. Thank you.
Озерова. Виктория, как вы знаете, это победа. Я приглашаю поэта, композитора, лауреата международных конкурсов Артура Вишенкова. Виктория! Здесь, на этой сцене, в наших словах, у нас, артистов. Спасибо большое, низкий поклон. И тихо молится безусый монаший брат неутомим, чтоб в звон оделся каждый русский, как этот лес в зеленый дым. Еще не все забыты песни, не все спалили мы дотла,
еще не все погибло, если Россия льет колокола. Старая дорога, музыка Лоры Квинт. Лауреат международных конкурсов Ольга Масальская. Это было так давно.
сердца. Только так можно вновь увидеть тебя, дыхание задаря. Бал снежных облаков вдали, о тебе мне напомнил опять, но призрак не обнять, не обнять. И скоро, и смеха, то и музыки эхо, как память и боль моя. Бал снежных облаков сквозь года. Прошло с тех пор, нам разлука придумала сон. Печальный этот сон, странный сон. Закрыть глаза, только так можно вновь увидеть тебя, дыхание за. Пройдет, и нет тебя нигде, ты прости между мной тобой, океан глубок, той разлуки святой, это наша любовь. Запретная любовь, прощай, я одна среди ночи и дня. Твой снег не долетел до меня. Закрыть глаза, повторить все вновь и обнять вновь тебя. Дети двух миров, ошибок и грехов, и ты молись, это нам суждено, это свыше дано, не остались того на своих берегах. Прощай, прощай. Екатерина Артемьева.
прозвучало. Спасибо. Вы знаете, как сейчас девушка радуется? Наш великий композитор современности Эдуард Артемьев, друг Николая Зиновьева, он находится в зале. Во-первых, погромче аплодисменты, и это будет наше приветствие ему. Он удивительной скромности человек, но аплодирует до тех пор, пока не встанет и не поклонится. Эдуард Артемьев. Дедушке понравилось. Слышите аплодисменты? И нам тоже. Спасибо большое. И вновь сейчас будет звучать музыка Эдуарда Артемьева. Поэт и актриса. На нашей сцене Елена Борзова и Сергей Варчук, артисты театра и кино. И ваши аплодисменты. Что может быть чище дерева? Огонь. Что может быть горячее огня? Желание. Что может быть воздушнее света? Тень улыбки. Что может быть несбыточнее бессмертия? Реальное счастье. Что может быть тише воздушного шара? Твоя нежность. Что может быть громче взрыва? Горе разлуки. В полумятежности, в метро весной, метнула нежностью меня волной. Глазами встретились, ударил ток, глазами вдребезги судьбы виток. Не могу сказать счастье судьбе вопреки, не могу сказать горе здесь, ужас блаженства. Если есть на земле совершенство тоски, это я. Ну а ты — красоты, совершенства. Давай друг друга украдем, и никому о том не скажем, и не обмолвимся тайком о самой грешной в мире краже. Разбогатев за ночь одну, не будем знать в порыве жарком, что жизнь за дверью ждет к утру, как милицейская овчарка. А на рассвете тихо дверь из нас один раскроет кто-то, и мы вольемся в мир потерь и разоримся до субботы. Ты вышла из души, на мраморе шеи еще разовела роса. Тебя увидавший забыл о душе я. Ночных сновидений краса, застывшая в блице мужского восторга, в объятиях халата скользнув, была от меня ты так близко, настолько, что я прикоснулся, дерзнул. Ты вышла из души, из шелковой пены босая, богиня греха так зябко вошла в холостяцкие стены, тебя захотели меха. Наверное, в тебе было высшее что-то от греческих, может, актрис. Взглянула в пол смеха и в пол оборота, и жизнь опрокинула ввысь. Когда переплетутся пальцы, и в сердце озарится даль, от черной думы оторваться, я белый попрошу рояль, и будет музыка. И свечи, и свет, как блудный сын зеркал, быть может, отразит в тот вечер последний в мире мадригал. Хрусталь на счастье бьет немало, но я не с тем вошла в твой дом. Давай не будем бить бокалы, между нами стены разобьем. Глаза ты в сторону отводишь от глаз моих, как от огня, как будто ты на миг уходишь, а это вечность для меня. За ночь, за Шопена свое шампанское допью, и эту призрачную стену я поцелую, разобью. Три раза в год ты мне жена,
для тех хозяев частных комнат, где нас судьба скрывать должна от добрых сплетников знакомых. Три раза в год у нас очаг покоя, счастья и тревоги, где пламя нежности в очах меня встречает на пороге. Он наша ниточка, союз в сплетении телефонных линий. Ты как слеза в той паутине, и я дотронуться боюсь, как рог сладчайшего вина, взять трубку телефона. Мука! Три раза в год ты мне жена, и 300 раз моя разлука. Жизнь хлещет серой прозой, и я среди тоски взяла, разбила розовые любимые очки. Сменились краски бодрые на грустные цвета. Все сразу стало подлинным, и свет, и темнота. На розовых осколках танцую босиком, не жалуюсь нисколько, что вера кувырком. Я пробовала заново спасти обоих и нас, но вышло, ты обманывал не только цветом глаз. Спешат утешить розами напрасно чудаки. Да, я разбила розовые любимые очки. Слетело все обманно, искусственное все, и в дребезги стеклянно иллюзия лицо. Но все-таки мне хочется спасти от суеты хоть маленький осколочек от розовой мечты. Из не хочу, из не люблю, выйди ночной порою, я тебя грустью развеселю, губ уголки раскрою, цепь разорву в порочном кругу, чтоб ты из дней вчерашних изнемогая, изнемогу, вышла царевна из башни, грешная, с крестиком на груди, не проронив словечко, сбрось все одежды и войди в здравствуй мое, как в речь. Бесконечные мысли бессонницу ткут по ночам. Я хочу тебя видеть. Бесконечные лифты гудят за стеной по ночам. Я хочу тебя видеть. Я прильнула к стене во вселенной шагов. Как хочу тебя видеть. Ты услышишь меня через стенку домов. Я хочу тебя видеть. Спи в стене, повернувшись, как я в этот час. Я хочу тебя видеть. Через воздух один, обнимающий нас. Я хочу тебя видеть. И когда твоего я касаюсь лица, и когда я в глаза твои даже гляжу без конца, я хочу тебя видеть. В светлицу глаз твоих войду, все проливное пережду, пускай безбожно барабанит. В светлицу глаз твоих войду, и тихо станет. Я сам в себе тебя коплю, богаче делаясь, сильнее, я не дыша тебя люблю. Вдохну, а выдохнуть не смею. Елена Борзова, Сергей Варчук. Сергей Варчук, Елена Борзова. Что раннею осенью в море лазорево-бархатном души любимых, которых мы бросили, к нам возвращаются яхтами. Музыка Алексея Гарнизова «Белая яхта». Для вас поет друг поэта, поэт, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Гарнизов.
цвет лазурева бархатна. Души любимых, которых я бросил, вдруг возвращаются яхтами. Словно мечты перепутаны мачты, бурные чьи-то истории. Чудится, кто тихонечко плачет, Эльза, а может, Виктория. Чудится, кто тихонечко плачет, Эльза, а может, Виктория. Яхта белая одна, безымянная, хоть туманная моя, покаянная. Ветру верная жена, постоянная. Ты прости, прости меня, покаянного. Через года улыбается, и под другими уже именами в бухтах белее качаются. Бьется о берег бедром Габриэла, спит на волне Лауренсия. Ева едва Изабеллу задела, скована целью процессия. Ева едва Изабеллу задела, скована целью процессия. Яхта белая одна, безымянная, хоть туманная моя, покаянная. Ветру верная жена, все пройти заново,
я бы тебя избрал. Жизнь моя странная, и не надо судить меня в том, что я такой. Столько сделал ошибок я, все они со мной. Много потерь в судьбе мне в наказание. Выбрал я сам себе ночь покаяния. Сколько я не открыл дверей и жалел потом. Сколько я растерял друзей на пути своем. Стонет ночной порой боль во мне прежняя. Что ж ты грозишь тоской, жизнь моя грешная? Может, пепел забыл тепло чьих-то губ и глаз? Может, время любить ушло, огонь погас. Мама, прости меня, мама, между нами свечи храма. Это я блудный сын твой, это я блудный сын твой. Отпусти вечный грех мой, ты всегда со мной. Если бы Бог мне дал все пройти заново, я бы тебя избрал, жизнь моя странная. А когда догорят мосты на дорогах лет, в искрах тающей темноты я уйду в рассвет. Как видите, потрясающе.
потрясающий исполнитель. Алексей Гармизов. Моя любовь. Любовь Николая Зиновьева. Елена Борзова. Спасибо. Очень приятно сейчас объявить следующего участника нашего концерта. Это тоже очень большой друг Коли, с которым было создано не одно замечательное произведение. Именно произведение, я не оговорилась, не просто песня, а композиции. Вы все его прекрасно знаете. Помимо того, что это замечательный композитор, человек, друг, этот человек еще пишет удивительные стихи. Вы это заметили? Только что был поэт и композитор, и сейчас будет поэт и композитор. Вы его все прекрасно знаете. Человек, который нашел в жизни свою Маргариту, а сам он мастер. Итак, народный артист России Игорь Николаев! Леночка, спасибо за такое представление. Она молодец, она собрала вас, видите, жизнь-то продолжается, люди уходят куда-то за облака, за горизонты, души улетают, а память остается, песни остаются с вами, вы пришли, молодцы, большое вам спасибо. Потому что этого человека стоит вспомнить, я его знаю еще, я сам был молоденьким, и он был тоже молоденьким, мы... Замечательное время проводили. То, что песня, рождение песни, это не просто взял стишок, написал музыку. Там что-то происходит, химия какая-то, и не всегда это получается. Может быть, вы не знаете, но вот у Коли двоюродный брат, это Олег Янковский, замечательный актер. Знали? Ну, кто-то знал, кто-то нет, видите? Вот, и... Когда у них еще была квартирка рядом со спорткомплексом Олимпийский, то ли у Коли был, скорее всего, у Коли был день рождения, мы сидели, был большой стол, ну какой, как может быть большой стол в маленькой квартирке, ну вот поместили, составили какие-то стулья, доски, получился стол. И пианинка такая стояла у стеночки. И мы приехали, я помню, с Аллой Пугачевой, Коле поздравить день рождения. Это где-то был 1984, где-то 83 год. Представляете, это сколько? Лет 40 назад. И он просто поставил стихотворение на пианинка. Говорит, вот такая песня. Я начал сразу петь песню «Паромщик». Но «Паромщик» там был совершенно песня о любви. О таком старом фронтовике, который перевозил с одного берега реки на другой берег реки школьников, понимаете, там, пенсионеров. Вот, и такой был, в общем-то, песня была о войне. О войне. И там была зато разумная вот эта история о любви. С чего начиналась песня, да, упала ранняя звезда, в полях прохлада, поет вода, а вода о чем-то рядом. Как, и вот эта история очень классная. И, ну, и Алла говорит, что все-таки я хочу, чтобы была о любви песня. И тут же придумывалась четверостишая, которого не было в стихотворении. Но нас с тобой соединить паром не в силах, нам никогда не повторить того, что было. И это сочинилось прямо вот на этом дне рождения. После чего Олег Иванович сказал, ну вот смотри, вот как вот, брат, да, не допросишься песен, говорит, так ты же не поешь, я бы ради этого дела запел бы. Вот. Мы даже написали потом для Олега Янковского песню «Артист, прощайся с Римом», но так случилось, что он внезапно умер, и эта песня не состоялась, она была как раз про него, про его съемки в фильме Тарковского «Ностальгия», которые, как вы знаете, проходили в Риме. То есть эта песня была автобиографичная, про Олега Ивановича написал Николай Зиновьев. Вот. Вот такие воспоминания, раз уж у нас вечер такой, да, памяти. Вот я вспомнил, а сейчас спою песенку, которую мы с Колей написали тоже в наши молодые годы. Лена про нее уже вам намекнула.
Ну, давайте вспомним и подпевайте. Это будет мне очень приятно. «Мастер и Маргарита». Та самая. Поехали. Кстати, Коле она очень нравилась, эта песня. Но жду Маргариту. Вдруг она улыбнется среди суеты. Но пока попадаются лишь маргаритки, они, к сожалению, только цветы. Только цветы. Мастер и Маргарита жили в Москве былой. Ночью листья шумят, при
земли. Мы как листья, что с ветром летят, что друг друга еще не нашли. Золотого фонтана
дружбы народов былой, у золотого фонтана мы повстречались с тобой. Мы все равно, как брызги эти колки летят в лицо весны, как будто бы осколки от сломанной страны, но мы ее по капле однажды соберем, и счастье, что иссякло, опять себе вернем. Но мы ее по капле однажды соберем, и счастье, что иссякло, опять себе вернем. У золотого фонтана дружбы народов былой, у золотого фонтана мы повстречались с тобой. У золотого фонтана нас развели, как в кино. У золотого фонтана встретимся мы все равно. Дружба наша с ним, дружба стала проявлять.
проявляться в творчестве. И «Листья летнего сада» – одна из первых песен нашего содружества, дружбы. Ваша!
Тамаре. Игорь, возьми цветы Тамаре Михайловне, передашь, пожалуйста. Обязательно эти цветы, эти листья летнего сада я передам Тамаре. Спасибо! Игорь Димарин! Пока зеленый свет, в звериный час машин, пока зеленый свет, бегу, бегу, бежим! И вот рванул моторы на перекрестке лет. Маэстро светофоров, продли зеленый свет, продли зеленый свет, продли зеленый свет! Как вы думаете, кто сейчас будет на сцене? Потрясающий наш любимый Валерий Леонтьев! Между нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. О, этот час, когда крыло над ним сближаем мы. Ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам к началу дня несет меня мой дельтаплан. Судьба свела меня с потрясающим поэтом и великолепным человеком Николаем Зиновьевым. У меня много песен в репертуаре на его стихи,
Сегодня я спою лишь некоторые из них, но самые такие запоминающиеся, наверное. И я рад, что мы сегодня вместе. Значит, память Николая Зиновьева жива. Это очень здорово. Спасибо. Спасибо за то, что пришли, за то, что помните. Ну и теперь на музыку Игоря Николаева. Свет.
рассвет. Я хочу согреться, потушите свет и включите сердце. Пусть легко вот-вот в облаке объятия наша грусть спадет, как со стула платье. Пожар в снегу, я других не знаю, я ожог от губ и нещадье рая. Или крестьем рук скованы запястья, счастье в том мой круг, что незримо счастье. Не включай свет, не включай свет, умоляю, умоляю, умоляю.
сезон. Я букет хризантем подари, подари, подари. Но на те цветы не взглянула ты. Сгоряча от тебя я уйти поспешил. А впрочем, нету никаких проблем. На вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока ты не так близко. И билет я на поезд еще не достал. А впрочем, нету никаких проблем. Yeah,
поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Пройдет лишь рядом, а ты без меда.
Чего-то нового. Ровно 5 лет назад впервые мы делали свой концерт, посвященный 70-летию Николая Зиновьева. Тогда тоже звучали его песни и стихи, но два этих мероприятия отличаются друг от друга. Тогда он был с нами. Сегодня же его друзья, близкие, исполнители, зрители собрались, и я думаю, что он на нас смотрит и радуется. Мы за 5 лет сделали действительно много. 5 прекрасных концертов, вечера, встречи. Мы издали книгу, мы сняли кино, где Николай Николаевич смотрел на нас взглядом полным надежды. И сегодня я завершаю свою миссию в жизни Николая Зиновьева. Это маленький символичный подарок, который, я надеюсь, принесет вам счастье. Спасибо вам огромное, что вы все 5 лет приходили на наши вечера. А кроме того, я приглашаю своих девочек-помощниц. И я хочу сказать, что у нас была прекрасная премия «Дельтаплан». 3 премии осталось в нашей истории, в нашем архиве. Сейчас девочки... А, вот они уже вынесли, мои девочки, красавицы. Я хочу вручить сегодня тем людям, которым я хочу, собственно говоря. И первую премию я вручаю Максиму Коваленко, моему коллеге, психологу, педагогу, который открыл в своей академии факультет изящных искусств имени Зиновьева, чему я безмерно рада. Вторую премию я очень хочу вручить предпринимателю Екатерина Борзых. Пожалуйста, выйди. Спасибо тебе за все те добрые дела, про которые я знаю. Это для тебя. Ну а третья премия полетит к себе домой. Там, где ее когда-то придумали. Это премия для моего любимого коллектива и моих партнеров.
Наталья и Сергей Маликовы, Ольга и Сергей Базалевы. Спасибо вам большое. Василий Бутер, Константин Лавров, Дугархан Гацоева, которая, к сожалению, сегодня не смогла приехать, а также мой коллектив. Виталий, Илья, Аркадий, я вас всех люблю. Спасибо большое. Пусть имя Николая Зиновьева всегда будет всем известно вечно. Я сделала все, что могла. Спасибо. Национальная гуманитарная академия поручила мне президиумом вручить артистам. Заслуги их вы все знаете, я не буду перечислять. Вы знаете все этих людей замечательных. У каждого свой вклад, неоспоримый в культуру и искусство России. Поэтому почетным званием почетного академика Национальной гуманитарной академии награждается Гарнизов Алексей Альбертович. Спасибо. Димарин Игорь Борисович. Надежда Евгеньевна, народная артистка Российской Федерации. За вклад Борзова Елена Николаевна. Композитора Артемьева Эдуарда Николаевича. Я знаю, он в зале, он же передадим. Народный артист Российской Федерации Березин Владимир Александрович. Владимир Александрович! Народный артист Российской Федерации Игорь Юрьевич Николаев. Почетный академик. И, наконец, народный артист Российской Федерации Валерий Яковлевич Леонтьев! Я думал, не дадут всего. Взаимные творимые заслуги! Спасибо вам за ваше творчество! Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Сегодня танцевали девочки. Выйдите, пожалуйста, сюда. Мы вас тоже благодарим за участие. Пожалуйста, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Творите добро. И в финале мы хотим поблагодарить художественного руководителя киноклуба «Эльдар», народного артиста России Олега Григорьевича Митяева, директора Андрея Николаевича Бригадирова, видеоинженеров Алексея Лепегова, Михаила Мельмана, звукорежиссеров Валерия Зелянина, Сергея Борзова, Юлию Андреевну Потапову, Максима Коваленко и всех, кто сегодня пришел и на сцену, и в зал. Мы должны с вами пересекаться, видеться и всегда помнить, что мы друг у друга есть! Браво!